Всем привет! В этом видео будет онлайн-торговля. И торговать я буду по жестким ограничениям. Первое ограничение. Я буду торговать строго по фигуре треугольник. И второе ограничение. Строго две сделки. И все, и ухожу с рынка. Неважно, какие они будут. Будет два плюса или два минуса. Я должен уйти с рынка. В первую же вот минуту записи попал я на фигуру треугольник, так. Что мы здесь видим? Есть уже три точки. Первые две были на одном уровне. Первая, вторая и третья. Есть уровень сопротивления. Раз, два, три касания. Четыре, пять, пять касаний. В принципе, уже можно заходить. Но, чтобы перестраховаться, лучше зайти на откате. Здесь у нас, видите, 4 часа. То есть нужно заходить. Вот на такое время. Видите, да? Смотрите, какие здесь расстояния. Смотрите, какие здесь расстояния. Если заходить на одну минуту, здесь будет непонятная ситуация. Вот, нужно заходить на такое время. Лучше всего здесь, в этой ситуации, дождаться просадки. Дождаться еще одну точку. Хорошая ситуация, давайте на 2 минуты, на минуту зайдем на понижение. Видите, смотрите, повторяется ситуация. Раз, два, три, четыре. Резкий выстрел, сейчас должен последовать откат. Итак, первая ошибка, которую я допускаю. Я уже не следую своим правилам. У меня была задача торговать строго по фигуре треугольник. И вот я уже в минусе на 30 тысяч. Здесь я немного пожадничал, видите, решил сорвать куш. Но я зашел на пике, а не на локальном максимуме. Если бы зашел вот здесь, понятное дело, был бы в плюсе. И вот со своей жадностью я влетел на 30 тысяч рублей. Итак, вернемся к этой валютной паре. Здесь я уже треугольник пропустил. Вот, произошел пробой. Хороший треугольник, сильный уровень сопротивления, раз, два, три, четыре, пять, пять раз цена не могла пробить уровень сопротивления. Уровень поддержки у нас восходящий, каждая точка выше предыдущей, и здесь произошел пробой. Ищем дальше. Итак, наблюдаем ситуацию на криптовалюте Zcash. Здесь, видите, единственным разумным решением будет заходить строго на просадках, строго ловить вот эти вот точки. И заходить только на повышение. Потому что, смотрите, каждая точка выше предыдущей.
Итак, это у нас уже второй треугольник. И на первом треугольнике я слил 30 тысяч. Из-за чего я слил? Из-за того, что не придерживался плана. Вот вам, народ, урок. Я в начале видео вам сказал, что буду торговать строго по фигуре треугольник. А зашел, да, на понижение. Так, смотрите, треугольник у нас сохраняется. Точки у нас идут, видите, в правильной последовательности. Уровень сопротивления здесь тоже очень сильный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть касаний. Так, я уже зашел на 40, 60, 70, 80, 90, 100, на 110 тысяч рублей. Давайте еще раз закрепим все то, что я вам сказал. Всегда придерживайтесь своей цели. Если вы сказали, что будете торговать строго по треугольнику, торгуйте строго по треугольнику. Если вы сказали, что будете торговать час, торгуйте строго час. Это очень важно. Ставьте себе рамки. И эти рамки будут держать под контролем ваши эмоции. Так, я волнуюсь за вот эту вот сделку. И не зря. Ладно, одна сделка сорвалась. Вот вам наглядный пример треугольника. Самая лучшая точка входа – это точка от уровня поддержки. Итак, все сделки закрылись в плюс. Я в плюсе. Вот мои три убыточные сделки. Итак, получается, я сдержал только второе обещание, что буду торговать только по двум сигналам. Я это обещание сдержал. Первое обещание я не сдержал и потерял 30 тысяч рублей. Если бы я в первой ситуации зашел по треугольнику, я был бы в плюсе. И у меня бы все сделки зашли в плюс. Вот как важны правила, вот как важны рамки. Я допустил эту ошибку. Учитесь. Смотрите, кстати, очень часто такая ситуация, когда у нас цена пробивает уровень сопротивления по фигуре треугольник. Она очень часто возвращается к этому уровню. Видите, сколько точек? И этот уровень уже становится уровнем поддержки. Все просто. Сегодня, кстати, в закрытой группе один треугольник у нас сорвался. Видите, все шло отлично, но в конце сигнал сорвался. Такое тоже бывает. Такое бывает очень-очень редко, особенно у нас в закрытой группе, но тоже бывает. Так что не думайте, что треугольник — это что-то нереальное, что вот он всегда будет у вас заходить в плюс. Нет, такие ситуации тоже случаются, когда треугольник срывается. Так, следующий сигнал. Плюс. 3 из 3, 5 плюсов, 4 плюса.
люди выкладывают свои скрины. И вот следующий сигнал. Вообще отличный треугольник. Отработал на ура. Это треугольник. Да, это треугольник. Тоже у всех плюс. Ну, понятное дело, день шикарный. Плюс 33, плюс 15 рублей, плюс 400, плюс 500, 4 плюса, плюс 300. Все отлично, благодарю. Плюс 160, я надеюсь, долларов. Желаю, чтобы это были доллары. А вот, плюс 16 долларов, плюс 6к. Плюс 2800, плюс 2к, плюс 19 биткоинов. Желаю, чтобы это были биткоины. Спасибо, спасибо. Стабильно уже второй день. Плюс 100 с минимального депозита. Минималка на Олимпе 350. Плюс 100. Это отличный результат. 30% от депозита. Плюс 4к. У кого какой депозит? Плюс 1600, плюс 700. Отличный день. У меня... 12 сделок, 11 в плюс. Первый сигнал только в минус. Много людей тестируют, видите, на демо-счету. 11 плюсов, на демо 11. То есть здесь можно обучаться, можно торговать, можно просто наблюдать. Так что добро пожаловать в закрытую группу. Первая ссылка в описании, вторая ссылка в описании. Это статистика моих сигналов. Что у нас здесь есть? Технический анализ. Есть полностью все сигналы. Каждый день я здесь раздаю по 500 рублей. И мой помощник проводит консультации. Итак, давайте подведем итоги. Смотрите, какая, кстати, у нас здесь ситуация. Цена тестировала еще уровень поддержки, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз пробила этот уровень и потом жестко пошла вверх, да? Какие два важных урока вы должны для себя усвоить? Вернее, один самый важный. Если вы поставили себе рамки, всегда их придерживайтесь. Я бы сейчас сказал, не повторяйте моих ошибок, которые вот были в этом видео. Нет, повторяйте мои ошибки. Вы должны все повторить. Вы должны слить деньги, вы должны все почувствовать на своем опыте. Вот тогда вы чему-то научитесь. Тогда это будет для вас отличным уроком. И вы уже больше эту ошибку допускать не будете. Все люди, если чему-то учатся, они учатся только на своих ошибках. Запомните это. Никто на чужих ошибках не научится, особенно в трейдинге. Я даже читал комментарии людей, которые говорили... Это точно не про трейдинг. Сколько я бы видео не пересмотрел, как правильно торговать, но если я не повторю ошибку на своем опыте, я не научусь. Так что огромное спасибо всем за просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте этому видео лайк. Также подписывайтесь на Инстаграм, на Телеграм, все ссылки в описании. Удачной торговли, пока!